стараемся избегать любой крайности, как гениальности, так и тупости. Что у меня часто вообще не было денег в кармане, и я думал, что я буду сегодня вечером есть. Когда становится ошибок больше и больше, ты устаешь по поводу переживать. Потом лишь просто пишешь свою историю ошибок. Когда я понимал, в какой спешке принимаю законы Российской Федерации, и тогда понял, что что-то ненормальное. И если бы наша страна тоже это делала, то, мне кажется, мы смогли бы совершить экономический рывок. Здравствуйте, я Андрей Мовчан в программе совместно с российским домом Forbes, которая называется Forbes Capital. Я 30 лет занимаюсь инвестициями и, к сожалению, знаю про инвестиции далеко не все. Поэтому мы решили пригласить в нашу программу ведущих бизнесменов, крупных специалистов и профессионалов этого рынка, которые поделятся своими секретами инвестирования, расскажут о своей истории инвестиций. Мы будем разговаривать с ними о том, как они принимали решения и что из этого получалось на этом рынке. Возможно, это может дать хорошие уроки для тех, кто собирается инвестировать, заводить свой бизнес, строить те или иные отношения на экономических рынках в этой стране и за рубежом. Мы часто и многое, в том числе и в этих интервью, говорим о том, что в России сложно делать бизнес, в Россию сложно инвестировать, инвестиции уходят из России и много других подобных слов. Между тем, в России существуют компании, которые уже 15, 20, 25 лет функционируют, остаются прибыльными, растут и увеличивают свой бизнес не только в области нефти и нефтепродуктов, и вне связи с государством, и представляют из себя классические частные инвестиции. Сегодня мы разговариваем с Сергеем Колесниковым, который является сооснователем и президентом компании «Технониколь». Это, по моим данным, 54 завода, которые производят строительные и кровельные материалы только на территории России. Но сам Сергей говорит, что количество заводов сложно сосчитать. Единственное, что он точно знает, что их количество растет. Сергей, добрый день. Здравствуйте, Андрей. Мы разговариваем про инвестиции. «Технониколь» — это инвестиция, это увлечение, это дело жизни. Что это? Я думаю, что все три вопроса являются ответами на все три вопроса. Да, естественно, это инвестиции, это и смысл жизни, и это и какая-то страсть. Одно другому не противоречит. Компания прибыльная, и мы реинвестируем значительную часть своей прибыли в собственное развитие. Мы строим новое предприятие, естественно, за счет собственных средств, как правило. Мы для себя приняли решение, что основные фонды, новые заводы, будь то это новое предприятие Greenfield, либо это покупка нового завода, будет осуществляться только за счет собственных средств. Заемные средства мы допускаем только в части оборотных активов для покрытия наших оборотных средств, будь то это сырьевые материалы, готовая продукция или дебиторка задолженности. И при этом надо сказать, что темпы роста за последние 10 лет у нас составляют двузначные темпы. Не было ни одного года, включая 2014 год, чтобы мы росли меньше, чем на 10%. То есть среднегодовой рост у нас 12-14% за эти 10 лет. Мне кажется, мы умудряемся сочетать качество и такие умеренные темпы роста компании. Что это? Это гениальное управление, это особые условия, это вы нашли нишу, которая так хорошо растет. За счет чего такой результат? Гениальность, конечно, это крайность. Мы пытаемся избегать любой крайности, как гениальности, так и тупости. Да? То есть сказать, что мы не ошибаемся, это было неправильно, ошибки — это опыт. Это я еще спрошу про ошибки. Да. Рынок строительных материалов, в котором мы работаем, в частности, если брать цифры по кровельным материалам, это примерно 30 миллиардов в мировом масштабе долларов, естественно. Если мы берем про теплоизоляцию, это примерно 50-60 миллиардов долларов. И эти рынки, особенно в смысле по теплоизоляции, будут развиваться, и мы видим возможности, что рынок, допустим, по теплоизоляции, по нашим меркам, вырастет до 80-90 миллиардов в глобальном масштабе. Поэтому эти рынки конкурентные, огромное количество потребителей этих материалов и огромное количество производителей. Ну, такой классический рынок, где очень много игроков, где очень много покупателей, и где вы можете проверить через 5-10 лет качество собственного управления, исходя из вашей рыночной доли и финансовых показателей. Вы учились в том самом физтехе. Да. Да, я искренне вам завидую. Когда-то я вам рассказывал уже, что я не решился поступать туда, поступал в университет.
Вы же хотели быть физиком. Абсолютно верно. В детстве я хотел, как все мальчики, быть летчиком-космонавтом. Когда стал учиться в заочной физической технической школе при МФТИ, начал выигрывать математические олимпиады. Я выиграл дважды областную олимпиаду в Ульяновской области и понял, что все-таки моя профессия, к чему я способен, это быть инженером. Но поскольку я учился за ФТШ, и логично было, что я захотел поступить в МФТИ, а поскольку это было такое очень яркое желание, то к концу 10 класса выбор фактически среди институтов был только один — МФТИ, и все. И я настолько этого сильно хотел, что про другие вузы даже не думал, и мне удалось поступить с первого раза на факультет квантовой электроники. А как получилось, что вы занялись инженерией, но уже совершенно в другом формате? Не квантовые генераторы, не лазеры, а кровельные материалы и изоляция? По большому счету, многие мои выпускники с моего факультета работают, некоторые работают за границей. И так получилось, что летом мы работали на кровле, поскольку нуждались в денежных средствах, просто рабочими. Как студенты? Да, как студенты летом, да, с июня обычно по сентябрь крыли кровли. И в конце концов это предопределило нашу жизнь. У нас был выбор физики в начале 90-х годов, после развала Советского Союза. России были не нужны. Большинство даже наших преподавателей, физиков, не знало, что делать в силу того, что они были не востребованы. Поэтому, по большому счету, те, кто хотел заниматься физикой, должны были искать, может быть, работу за рубежом. Некоторые наши студенты уехали. А мы там с Игорем решили остаться и фактически продолжили дело кровли. Тоже выбора особо не было. Меня спрашивают, был выбор. Да, в общем-то, не было. Мы больше не знали, как заработать себе на жизнь. И просто старались это делать как можно лучше. И вот что из этого получилось. Как вот, если это получится коротко, да, я как человек из финансовой сферы, человек, который всегда шел по российскому рынку по касательной, мы всегда находились в зоне, в которой не было там ни активов, ни каких-то крупных подрядов государственных, которые можно отобрать. И мы, в общем, счастливо, как такие гимназисты во всем этом проживали, без бандитов, без рэкета, без государственного влияния. Как это пережили вы в рынке, в котором много активов, в котором конкретные деньги и много наличных? Вот эти 90-е, да, бандитские, потом кризис 98-го, потом приход силовиков, да. Как вы это видели? Ну, конечно, 80% всего, что написано, и все, что люди переживают, мы видели это из газет и из телевидения. То есть нам, может быть, в каком-то смысле повезло. Да, у нас были встречи с бандитами, это были неприятные встречи, но в некоторых случаях мы просто терпели, в некоторых случаях обращались в милицию. В 98-м году мы потеряли деньги в банке, поскольку банк наш работал с нашими средствами в ГКО, и мы честно потеряли там часть своих денег, но мы пережили, мы не обанкротились. В 2008 году у нас была очень большая закредитованность, мы должны были, в силу того, что мы очень сильно хотели развиваться, и потеряли ориентиры, и казалось, что рынки будут расти до Луны. Это был, конечно, период, помните, 2001-2007 год, средний темп российской экономики 6-7%. Рынок строительных материалов рос на 20%. Помните высказывание одного из известных? Высказывание, что если у вас миллиарды, пошли вы все в одно место. И, конечно же, это было... Люди, когда теряли все берега, и даже говорили те вещи, которые не стоит говорить. Мы такие вещи не говорили, но, тем не менее, в погоне за этой жадностью стали очень много заниматься для того, чтобы строить предприятия. И, конечно, были на грани того, чтобы обанкротиться. Наступил 2008 год, и все начали предъявлять требования к возврату средств. Был сложный период, но нам удалось все прожить. Ну и дальше наступила эра, когда надо было понимать, что без роста производительности труда, без снижения себестоимости нам делать на этом рынке нечего. И, собственно говоря, 2008 и сегодняшний год, да, 2008-2019 год, это знак по поводу того, что мы работали над повышением эффективности производительности труда, в частности, до сих пор помню вопрос, который я задавал в феврале-марте 2008 года вице-президенту завода «Lexus». Какой из инструментов производственной системы Toyota наибольшим образом влияет на рост производительности труда? Он мне ответил: JIDOCA, качество у истока. Или по-русски можно еще перевести как качество, встроенное в процесс. Я работаю вообще в «Деловой России», работаю главой комитета «Деловой России» по антитрасту. Меня, конечно, всегда спорит философия экономической политики нашего экономического блока. Конкуренция поставила в голову угла нашей конкурентной политики. Я вот хочу вот сегодняшний сказать, это неправильно. В итоге мы упрощаем формы хозяйствования до добычи полезных ископаемых и до продажи простых продуктов, потому что конкуренция
в том виде, в котором вот она прописана в наших федеральных законах, означает только одно – конкуренция в цене. Естественно, в ущерб качеству, техническому усложнению. Если мы смотрим на технически сложные изделия, то так и работать это не будет. Именно качество должно быть в основе экономического развития, а не конкуренция, конечно, нужна, но не надо ее, из нее делать приоритета такого. Я не могу не спросить, да, ведь, наверное, нам для того, чтобы об этом говорить, надо декомпозировать саму экономику на части. Вот есть конечный потребитель. Мы же не можем его обязать смотреть на качество, а не на цену. Конечный потребитель будет как-то сам выбирать. Кто-то качество, кто-то цену. Toyota работает тоже в мире, где есть конечные потребители, которым не прикажешь. Вы абсолютно правильно говорите. Наверное, речь про государство идет. Я с вами согласен, поскольку законодательство регулирует все сферы деятельности, не только мы-то все воспринимаем, когда читаем эти законы, сферы отношений B2C, где частный клиент покупает что-то. Конечно же, я за свободу выбора, естественно, за то, что сам клиент решит, что ему покупать. Я сейчас не про это. Просто для того, чтобы машина стала машиной, существует огромное количество переделов, так называемые B2B, да? Создаются двигатели, создаются даже маленькие клапаны для этих двигателей. Существует огромное количество переделов. И если мы посмотрим резюме руководителей компании Toyota, то оказывается, до половины своей карьеры они работали поставщиков первого, второго рода. Чем они занимались? Обеспечением качества. Качество, еще раз качество, чтобы все изделия, пришедшие на конвейер, поступали качественными и поступали вовремя. Это целая система, которой занимались японские корпорации и Япония как страна для того, чтобы создать 100% выход качественных готовых изделий. И это обеспечило высокую производительность труда, низкую себестоимость и конкурентоспособность Японии. Такую же философию, естественно, в рамках своей компании я провожу. У меня получается, Технониколь, в принципе, на этой философии вырос. У нас производительность труда 16 миллионов человека, у нас экспорт 95 стран мира, у нас экспорт составляет 20% продукции. Мы конкурентоспособны, мы используем эту же философию. Я не принимаю брак, я не делаю брак, я не передаю брак. Понятно, что существует масса других инструментов, это целая лекция, но в основе своей философии философия качества. И если бы наша страна тоже это бы делала, то, мне кажется, мы смогли бы совершить экономический рывок. Я просто говорю о том, что нынешние законы сферы госзакупок этому не способствуют. Нет долгосрочных планирований, нет долгосрочных контрактов, где качество не рассматривается в главе угла в государственных контрактах. Ну и в итоге мы имеем то, что имеем. Только ли речь о госзакупках? В госзакупках понятно, да, там тендер, кто дал дешевле, тот вроде бы и должен его выиграть. Проблема в том, что 60-70%, ну 50-60% закупок это либо государство, либо госкомпании. Поэтому, если мы говорим о ситуации, связанной с сегодняшней ситуацией, у нас 60-70% торгов или поставок, ну, фактически по размеру государственного участия в экономике, это все равно государство. Поэтому 220 там 244 ФЗ, они вот там сидят. И подчеркиваю, вопрос качества там не рассматривается, а он самый основной на самом деле. А вы видите разницу в предпочтениях между государством и остальным рынком? Остальной рынок по-другому выбирает? Конечно же, основной рынок, частные компании смотрят на триангл, да, они смотрят на качество, они смотрят на стоимость и на время поставки в нашем рынке, да, три вещи для них одинаково важны. Но они не будут с вами работать, если вы не делаете некачественный продукт или не реагируете на их претензии. Вы просто вылетаете с этого рынка. И это для России характерно, да? То есть это правило, характерно и для российских частных клиентов, это характерно и для наших клиентов, которые, ну, мы подчеркиваем, мы поставляем 95 стран мира, для наших, мы фактически во все страны Европы поставляем, в Азию поставляем, мы даже поставляем в Латинскую Америку и в Новую Зеландию. В принципе, этот триангл, он везде работает. В общем, частный клиент мало отличается в российский от других. Отличаются технические спецификации, ну, сертификационные процедуры, но продукты очень похожи. Как, собственно, автомобили во всем мире между собой похожи. Хотя, подчеркиваю, если читать техническую документацию, она написана разным техническим языком, и часть параметров не отличается. При этом вы говорите, что примерно половина ваших продаж – это госкомпании и государство в России. Вы знаете, я хочу похвалиться, мы не работаем с государственными компаниями, и крайне редко участвуем в тендерах, в силу того, что делают обычно наши дистрибьюторы. У нас есть 237 корпоративных клиентов, я понимаю, что они хотят. И мне это понятно, их мышление, и я хочу работать с ними, поскольку я считаю, что их реакция на мою продукцию является правильной. Госзаказчики, как правило, имеют какое-то другое мышление. Я это не первый раз слышу, и похоже, что получается некое правило успешного инвестирования в России не работать с государством.
Я не могу это официально заявить, да, но если государство вас не хочет, не надо этому препятствовать, не надо идти туда, куда вас не ждут. То есть я не хочу сказать, что не надо с ними работать, это, наверное, будет слишком сильное заявление. Но если госкомпания вас не видит и, собственно говоря, вас не приглашают и делают все, чтобы вы не участвовали, ну, собственно говоря, наверное, нет, стоит стучаться в ту дверь, которую вас не хотят видеть. Ну, по мне-то здесь правило как раз как бы от обратного. У вас крайне успешная компания, и вы почти не работаете с государством. Это говорит о том, что так можно. Ну, наверное, да. То есть вот здесь даже не вопрос, надо или не надо работать с государством. Главное, можно без государства строить успешный бизнес в России. Да, это так. Как разговоры о цифровой экономике, о новой экономике, да, там, о сингулярности влияют на вас? Наверняка же вы производите и продаете не так, как 20 лет назад. Мы стараемся смотреть на цифровые эти технологии с точки зрения практической пользы. Компания, конечно, использует огромное количество приложений в своей деятельности. Мы, наверное, одни из первых, которые построили работу логистики транспортного портала в России. И осуществляем 300 с лишним тысяч отгрузок. Без использования ручного труда это делается с помощью машины. У нас, естественно, есть ERP-система, Enterprise Asset Management, это система TAIR, которая сделана на Infor или на 1С TAIR. У нас есть Execution Manufacturing System для технологов, где мы анализируем большие данные для улучшения работы линий. Сейчас мы начали использовать Warehouse Management System для того, чтобы не машина, не человек определял, какую последовательность, какую продукцию делать, используя в том числе метод FIFO и уменьшать количество расстояний, которые проходят кладовщики для погрузки. Вы не характерный президент для России. Да, я мало знаю президентов, особенно в госкомпаниях, которые разбираются в материале, собственно, и в том, что происходит реально. Спасибо, Андрей. Не за что, просто это действительно удивительно. И, может быть, это частично залог успеха того, что происходит. Мы стараемся воспитывать лидеров, которые досконально свое дело. У нас есть 14 принципов Toyota, которые мы переписали фактически для себя. 13-14 принципов звучит следующим образом. Воспитывая лидеров, досконально знающих свое дело, разделяющих философию компании и могущих повести за собой своих людей. Вообще в России же не принято leading by doing использовать как принцип. Да? В России скорее принцип leading by punishing, да? Там лидировать за счет наказания. Требовать, получать рапорты, отчеты, штрафовать, да, это более принятые методы управления. Они устарели, понятно, что у вас и это не вы так. Не сможете в 21 веке конкурировать даже в России в будущем, и тем более на зарубежных рынках, таким способом. То есть руководители компании и правительство, я подчеркну, потому что зачастую я сталкиваюсь с руководителями некоторых департаментов в силу того, что я занимаюсь общественной работой, которые вообще не представляют, чем живет бизнес, и рассказывают мне там с 25-летним стажем, как нам продавать, как нам конкурировать. Ну, для меня это, естественно, вызывает только улыбку. Да, мы должны знать досконально свое дело и являться экспертами своей деятельности, особенно в конкурентных областях, какой является индустрия стройматериалов. Ну, думаю, что и другие отрасли тоже конкурентные. Без этого никуда. Кстати, вы сейчас заговорили про правительство. Да, я вспомнил, как перед интервью я задал вам вопрос, как вы защищаете бизнес от там, того, что происходит в стране. И, честно говоря, ожидал услышать, что там, мы стараемся больше работать за границей, мы там переводим капитал из России и так далее. А вместо этого услышал, что вы занимаетесь активной общественной деятельностью и стараетесь влиять на решения правительства. Да. Расскажите, может быть, пару слов об этом, потому что это тоже интересный подход. Да? Это «Борися, не беги» — это тоже редкая ситуация в России. Да, по большому счету, надо сказать следующее. Как я воспринимаю эту философию? Да? Есть взаимоотношения и права. Соответственно, есть права регулируемых и регуляторов. Поэтому чем больше прав у регуляторов, тем меньше прав у регулируемых. Исходя из этой концепции, я занимаюсь тем, чтобы увеличить права бизнес-сообщества, бизнесменов внутри Российской Федерации. Так уж получилось, что у нас было трехлетнее дело с ФАСом с 2008 по 2011 год. Мы доходили дважды до высшего арбитражного суда в этом деле. Я понимал всю абсурдность обвинения. В итоге мы заплатили штраф 130 тысяч рублей. Естественно, я понял, насколько антитраст в России написан крайне расплывчато, крайне субъективно. И с 2013 года стал заниматься в деловой России вопросами, связанными с регулированием антитраста. Надо сказать, что за это время ФАС превратился просто в мегаорган, поскольку ФАС регулирует практически все экономические отношения. Тарифы, гособоронзаказ, реклама, конкуренция, торги. А разумеется, в этой связи, поскольку есть философия, значит, права частной компании и свобода предпринимательства резко снизилась. С 2013 года
ФАС пытается ужесточить 178-ю статью Уголовного кодекса. Хотят привлекать, сажать людей на 4-6 лет. Хотят привлекать отдельно членов совета директоров и акционеров, если они контролируют компанию. Для них специально отдельную статью прописывают. При этом, если сейчас квалификация преступления является ограничение конкуренции путем подписания чего-то там, то пытаются ее перенаписать по-другому. Ограничение конкуренции убирают из статьи, хотят написать, что любой договор, даже словесный, подчеркиваю, в случае картеля, могущий привести к ограничению конкуренции, является уголовно наказуемым деянием. Я изучаю правоприменительную практику, и меня, конечно, это правоприменение не очень радует. Поэтому, ладно, одно дело, это касается штрафов. ФАС может ошибаться, у них очень много дел. В конце концов, они тоже люди. Но когда это касается свобод, ошибки здесь недопустимы. Поэтому, когда мы пытаемся административное наказание перенести в уголовную часть, при этом еще и упрощая доказательства, это, конечно, нонсенс. То есть, если вы хотите уже и сажать людей, то, по сути, вы должны еще более тщательно собирать доказательства и еще меньше допускать вероятность ошибок. Мы зацепили вопрос посадок. Да? Я не очень хочу говорить о политике, мы просто о другом говорим сейчас в этом интервью, но Майкл Калви, Беринг Восток, компания, которая за 15 лет своего существования активного в России, даже больше, на самом деле, больше 20, очень многие бизнесы вывела на совершенно другой уровень функционирования. За счет, не только за счет инвестиций, за счет и своих идеологий, технологий, за счет своего менеджмента, за счет того, что они представили эти бизнесы на международной арене и так далее. Не было у вас никогда соблазна скооперироваться с подобным фондом или с международным игроком? Или, может быть, дойти до IPO и сделать публичную продажу акций? Никогда таких мыслей не было. Возможно, к моменту, когда я задумываюсь о переходе владения следующему поколению, ну, то есть детям, наверное, в этот момент станет вопрос, что дальше делать. Либо передавать компанию детям, либо продавать ее в адрес профессиональных, независимых, да, условно говоря, директоров. Делать компанию публичной. Скорее всего, это вопрос, который, наверное, стоит к 2030 году у меня. Пока компания остается частной. Частная компания обладает тоже рядом больших преимуществ. Компания частная имеет, как правило, очень большой горизонт планирования. Могут не обращать внимания на какие-то краткосрочные события, не запариваются по поводу трехмесячной. Знаете, да, американское проклятие квартальное, когда CEO и все совет директоров просто зациклены на этих коротких показателях. И в целом частные компании должны быть. Другое дело, что, как правило, говорят, такая пословица, деды зарабатывают, отцы сохраняют, а дети все профукивают. Вот в этом контексте, конечно, да, детям будет сложно, поскольку они не проходили всего становления, и им сложнее просто уже знать все детали компании, а внукам, скорее всего, будет это сделать практически невозможно. Поэтому проблема здесь, конечно, вопрос мотивации следующего поколения, насколько они хотят развивать собственные компании в силу того, что их будут сильно искушать капиталы. Захотят ли они работать по 10-12 часов и по субботам? Тоже вопрос. Они никогда не испытывали чувство голода и отсутствия денег. Мы это проходили. Я помню, что у меня часто вообще не было денег в кармане. И я думал, что я буду сегодня вечером есть. И это было, когда мне было 18-20 лет. Это сильно сказывается на мозг. Я до сих пор как бы не могу себе позволить там перелеты в частных самолетах или платить за какие-то дорогие вещи. Не потому, что у меня нет денег, а потому, что я не могу это сделать, но в силу того, что, как мой дед всегда хлеб подбирал со стола, да, у него это привычка уже возникла. Мне есть вещи, которые мне уже не перешагнуть. А смогут ли эти дети сделать, не знаю. Я зацеплюсь сразу за ваш ответ. У вас четверо детей. Так что да, меня, да, это тоже проблема. Это в этом смысле. Да, кто из них? Насколько вы видите уже сейчас, что кто-то из них или они все будут продолжать ваш бизнес? Не знаю, честно. Я у старшей 22 будет, младший, среднему 19. Они только делают первые шаги в взрослой жизни. Мне кажется, пока рано делать какие-то выводы. Ну, во всяком случае, они ментально, физически здоровы, работают и хотят работать и в целом. Но, судя по всему, вы хотели бы этого? Ну, в тайне души, да, мне бы хотелось, чтобы они смогли продолжить. Если говорить про другие инвестиции, Технониколь. Да, есть, конечно, Технониколь иногда платят дивиденды, и, естественно, я стал обладателем определенного капитала. Я инвестирую стандартно в акции, облигации. На меня очень сильное впечатление произвела книга
Бенджамина Грэхэма, Intelligent Investor, интеллигентный инвестор. И все, кто занимаются или хотят инвестировать в фондовый рынок или покупать облигации, я рекомендую прочитать эту книгу в качестве первой. Российский рынок акций и облигаций, в моем понимании, недооценен. Я сразу скажу, что я много держу бумаг в российских эмитентах. И, в принципе, умудряюсь показывать хорошую доходность. Надо сказать, что российские акции обладают такими преимуществами, как высокая дивидендная доходность, низкая оценка с точки зрения PE, низкая оценка с точки зрения собственных чистых активов, очень маленький долг. Ну и, в принципе, как правило, компании, котируемые на рынке, являются заслуженными компаниями, лидерами отрасли с очень низкой себестоимостью как в Российской Федерации, так и на международном рынке. Поэтому за будущее их можно не волноваться. С точки зрения цикла экономического, да, все пишут о том, что у нас последний экономический цикл, все, многие экономисты, я в принципе верю этим словам, я тоже придерживаюсь этой стратегии, что мы находимся в завершающей стадии экономического цикла. Скорее всего, у нас рано или поздно ждет снижение ставок в Америке. Поэтому выбирайте защитные сектора, забирайте акции дивидендные вместо акций роста, такие как телекомы. Можно добавлять золотодобывающие компании, потому что многие верят в рост, ну, или в сохранение стоимости золота. Есть смысл иметь, мне кажется, 5-6% в вашем портфеле денег или краткосрочных облигаций, потому что, скорее всего, будет просадка на рынке, мы ее увидим там в ближайшие 2-3 года. Но, возможно, мои советы слишком сложные для начинающих, но, в принципе, российский рынок может принести значительно большую доходность, чем депозиты. А можете вспомнить, наверное же, были в жизни какие-то катастрофические инвестиции? Конечно же, ошибки есть. И, собственно говоря, опыт этой истории ошибок, было бы неправильно сказать, что в целом всегда получается. На каждую десятую инвестицию, каждая десятая моя инвестиция, это, конечно, то, что вспоминаешь с болью. Это, возможно, ошибка стратегии, это, возможно, просто была ошибка, не повезло с менеджментом. Это всегда разные истории, но не ошибаться невозможно. Поэтому сначала это было очень больно. Когда становится ошибок больше и больше, ты устаешь переживать. Потом лишь просто пишешь свою историю ошибок с позиции статистики. Стараешься хоть что-то из этого для себя подчеркнуть. Ну да, это обратная сторона медали, это вопрос лишь то, как мы к этому относимся. По большому счету, конечно, важно, чтобы ваш общий портфель не проседал, но главное не убивать себя за это. Есть какие-то, накопились у вас какие-то уроки, которые позволяют, там, условно говоря, с 20% ошибок сдвинуться на 10% ошибок? Я стал избегать историй, в которых я не разбираюсь, избегать стартапов, избегать мелких компаний, не верить в проспекты эмиссии и в первые презентации, которые вам дают инвесторы, да, получать более глубокую экспертизу, ну и вообще не стараться не лезть в те отрасли, в которых уже нет времени разобраться, в силу того, что у меня и так уже много всяких обязанностей и в технониколе, и в фондовом рынке, за которым я продолжаю следить, и в общественной деловой жизни, мне приходится читать законопроекты и участвовать в обсуждении законопроектов. Мне просто не остается уже больше времени. Я все-таки стараюсь свою деятельность упорядочить и не браться за то, что я не понимаю. У вас есть бизнес, у вас есть инвестиции на фондовом рынке. А какие-то альтернативные инвестиции? Искусство, коллекция? Да, это экопарк, который я строю в Рязани. Хотя это тоже инвестиционный проект, но я осознаю, что с точки зрения доходности он не входит в мой портфель как инвестиция с точки зрения доходности. Мы уже создаем, сделали биатлонный стадион, передали его на баланс города. Сейчас мы вокруг биатлона строим уже гостиничный комплекс, в котором хотим создать центр для циклических видов спорта. Это лыжи, это биатлон, это велосипед, это ориентирование. И я вот хочу сделать очень хороший туристический кластер для людей, занимающихся активно спортом. И хочу сделать, если есть такая возможность, приглашаю людей, кто занимается лыжами. Мы проведем очередной раз марафон в эту зиму, 50 километров, и надеемся, что мы попадем в систему Рашалопет. Такая система рейтингов. Многие лыжники знают, о чем я говорю. Я сам бегаю марафоны, поэтому меня это зажигает, меня это заводит. Вы в процессе разговора сказали про 2030 год.
Было ли это ответом на мой невысказанный вопрос о том, когда вы намерены прекратить активно участвовать в бизнесе? Да, я думаю, что где-то в 65 лет, наверное, этим надо заканчивать заниматься, потому что бизнес – это, конечно, напряжение. Один из наших собеседников здесь же, вот на программе «Forbes Capital», сказал, что он считает, что надо работать 5 часов в день, 5 дней в неделю. Это его логика, его норма, вот он так работает, он считает себя успешным. Ну, и он является успешным, раз он с нами здесь разговаривал. Вы по-другому на это смотрите? Я завидую таким людям. Я не могу сказать, что так нельзя. Наверное, так тоже можно и нужно. Я предпочитаю работать 2 месяца, иногда 2,5, ну, максимум 3, а после этого на неделю уходить в отпуск. Вот, к сожалению, не получается это делать с сентября по декабрь. Обычно всегда сентябрь-декабрь – это сумасшедшие месяца, что в бизнесе, что в общественно-политической жизни. Очень много законопроектов накапливается к декабрю месяцу. Я помню, когда мы приходили к Игорю Ивановичу, ну, давайте быстрее, у вас полчаса, нам нужно 3 законопроекта, давайте быстрее. Один из них был по Уголовному кодексу. Когда я понимал, в какой спешке принимают законы Российской Федерации, я тогда понял, что что-то ненормальное. И когда я приходил в Госдуму, у них должно быть там 120 законов за 3 недели. И в этот момент обычно все, извините меня, ГАИ лезет туда. Потому что, ну, каким бы вы умным человеком ни были, рассмотреть за полчаса 3 законопроекта, один из которых поправки в Уголовный кодекс, ну, не знаю, это надо быть мегамозгом. 2030 год. Что дальше? Что вы будете делать в 2031 с точки зрения инвестиций, бизнеса? Мне очень понравилось, что написал Рокфеллер в свое время, да. Я буду путешествовать. Моя жена тоже любит путешествовать. Наверное, буду путешествовать, как немецкие пенсионеры. Неужели бросите так все и управление фондовыми активами? Не знаю. Сложно сказать. Наверное, слово «все» и «ничего» — это крайности. Наверное, что-то будут делать, но не в том объеме и не с той энергией. И, наверное, буду работать, как ваш коллега, 5 часов в сутки, не больше. Потому что 65 лет уже сложно работать много, особенно со сложной информацией. Мне же не приступают простые вопросы. Обычно люди приходят ко мне уже со сложным вопросом. То есть на простые вопросы уже кто-то там ответил. И сидеть, нужно разбираться, читать сложные договора. Соответственно, способность разбираться во всем рано или поздно будет падать. Спасибо. Биологам известно 3 основных реакции на внешнюю угрозу у живых существ. Это борьба, бегство или замирание. Инвесторы – такие же биологические существа, и в России они ровно так же реагируют на внешнюю огромную угрозу, которую представляет из себя сегодняшняя конструкция экономической и политической жизни в стране. Сергей Колесников – один из редких примеров тех бизнесменов, которые выбрали бороться. Мы, собственно, все это время разговаривали именно о том, как он ведет борьбу и доказывает, что и бороться иногда можно успешно, и строить успешные компании в России и без государственного ресурса, и на международных принципах, и работая на международный рынок, так же, как и на российский. Если бы у нас было хотя бы несколько тысяч таких бизнесменов, как Сергей, наверное, наша страна существовала бы совершенно по-другому, в другой реальности. И мы говорили бы не о стагнации и кризисе, а о процветании. К сожалению, таких людей очень мало. Тем не менее, все, что он рассказывал, применимо и к любому другому инвестору, к любому другому предпринимателю. Огромное количество подходов, которые он использует в своей практике, равно успешно будут работать и не только в России, и за рубежом, и для тех, кто активно борется, и для тех, кто пытается замереть, и просто сделать так, чтобы на него не обращали внимания, и для тех, кто строит свой бизнес за пределами этой страны.